Итак, дорогие друзья, всем здравствуйте. Хочу сегодня отснять день. Это когда к нам надвигается тропический тайфун. Очень много новостей, всяких историй в соцсетях. Вообще эта тема очень сильно гудит. Но я хочу вам показать погоду, которая у нас сегодня, 13 августа. Сейчас 12 часов дня. Не было дождя с самого утра, вечером, ночью был дождь, но он был, ну, не настолько сильный, я не слышала, у меня всегда очень хорошо слышно, когда идет прям ливень дома, но я ничего не слышала, то есть дождь был, потому что дороги были мокрые, но прям такого массивного дождя не было. Вот, у нас все спокойно, у нас сейчас крапает мелкий дождик, причем он только начался. И обстановка в городе у нас спокойная, никакой сирены, ничего вообще. Хотя я смотрела вчера также по... нашла один сайт, где можно отслеживать, какие осадки, в каком количестве выпадут, какой силы будет ветер и все прочее. Но обещают, что 40 метров в секунду. Это все неправда однозначно, потому что у нас даже когда в межсезонье нордосты дуют, обещают 25, дует максимум 13. Последнее время у нас, вот, по-моему, в том году максимум было 11 метров в секунду. Вот такая вот у нас погода, только что были сухие дороги и пошел маленький дождик. На горах, по горам даже видно, что там идет дождь, их плохо видно, они как в тумане. Это дождик идет с гор на город. В общем, посмотрим, что будет дальше в течение дня. Я поехала сейчас на работу, и в течение дня я буду в городе, и я вам обязательно все покажу, что будет происходить у нас. У нас сейчас уже 3 часа дня. Как мы видим, никакого обещанного дождя нету, никакого урагана тропического. Я надеюсь, что так и будет. Но почему-то я не надеюсь, я уверена. Может, он и будет в море, может, и волны будут, либо ливень пройдет. Но что прям такое что-то будет критическое, вот я очень сильно сомневаюсь. Знаю уже нашу погоду, мы живем, я живу уже здесь практически 5 лет. И не знаю, мне кажется, что ничего из обещанного у нас не произойдет. Вот, поэтому посмотрим, что будет дальше. Чуть попозже покажу обстановку и сделайте сами вывод. В общем, приехали сейчас на кручу. Шторм, конечно, есть, но небольшой, как вы видите, волны небольшие, бьются у нас о скалы. Даже где-то просвечивает, проглядывается солнышко, и горизонт у нас спокойный, ветер обычный, то есть как каждый день такое сейчас. Но немножечко сейчас посмотрим на горы, и там надвигается какая-то борода. То есть, скорее всего, если циклон придет, то придет с той стороны. Но так как я смотрела на сайте, циклон должен прийти с моря, а его пока нету. И я надеюсь, что его и не будет. У нас сухо, люди гуляют, ничего не происходит. То есть, все тихо и спокойно. Время 3:30 числа. Вон, смотри, смерч. Да, и, конечно, не смотри, его там нету, не будет. Шутница года. Расскажи, что ты знаешь о тропическом тайфуне. Ничего не знаю, он же у нас первый раз, якобы должен быть. Якобы? Раньше не было? Не было. Вот только в этом году. Идет. Идет к нам, да? Ну, как думаешь, нам стоит бояться? Идет, надвигается. А, извините. Бояться стоит нам? Думаю, нет. Знаешь, почему? Потому что мы на вершине горы. Да? Да. Да, я так же думаю. Не, ну всяко может, еще ж не вечер. Да, я думаю, ничего не будет. Ну, ветра в 40 километров в час явно не более, правильно? Вообще... просто жесть. Буквально полчаса назад я вам снимала, как все прекрасно и хорошо. Сейчас у нас включили сигнализацию городскую, и поднимается ветер. Если честно, я во все это не верила, но сейчас мне становится страшно. Я сейчас еду в сторону дома и буду смотреть, как это все происходит по онлайн-камерам, которые у нас
в городе. Сейчас покажу, как орет сигнализация еще. И у нас идут тучи. Это жесть. У меня мурашки по телу, если честно, сейчас. По всему городу орет сигнализация. И настолько громко. Ну, это предупреждение о том, что, видимо, надвигается циклон. Обещали его на вечер, на примерно 6 часов. Сейчас 4:30. И действительно начинает все темнеть, появились тучи и облака. Сейчас заеду специально на гору по улице Грибоедова на верхушку и хочу посмотреть. Там очень видно город и чуть видно, ну, сторону там северный, новороссийский. Я хочу посмотреть, что оттуда идет, и обязательно вам все покажу. Сейчас поднялась на Грибоедова, и как мы видим, как бы ничего серьезного на небе нету, прям черного тоже ничего нету. Может, отсюда мне просто из-за этого дома ничего не видно. Но вот сейчас я вижу туристическую, вижу северный, и вроде как ничего прям критичного нету. Только ветер поднялся, дождя нету. Будем опять надеяться, наверное, 100 раз сегодня сказала слово «надеяться». Потому что как-то я начала переживать, когда включили сигнализацию. Я, оказывается, только узнала о том, что если длинные прерывистые гудки, это значит внимание. А если один сплошной гудок, это все, это значит срочная эвакуация. Были прерывистые, слава богу. И очень верю в то, что не будет одного сплошного гудка, потому что это на самом деле очень страшно. Но я себя успокаиваю тем, что мы живем на горе, и даже если будет что-то подтапливать из-за дождей, или там, ну, из-за дождей только может это быть, то нас никаким образом это не заденет. 6 августа 2021 года, город Геленджик, Краснодарский край. Запугали просто всех этим тропическим тайфуном, который должен был обрушиться вчера на побережье Краснодарского края, на Новороссийск, Славянск на Кубани, на Керчь также каким-то образом. В общем, вчера Новороссийск был задет этим тайфуном, но никаких происшествий у нас не было, ничего критичного не было, у нас обычный дождь. У нас Геленджик никогда не топит, было очень много отмены броней, а люди просто не захотели сюда ехать по той причине, что они просто испугались погоды. Вот, кто не знает, дорогие друзья, в Геленджике не бывает ничего сверхъестественного по климатическим условиям, поэтому бояться приезжать сюда и бояться дождей обычных, да, потопит набережную, через 2 часа уже ничего нету, но это не настолько критично, поэтому...